В единый день открытия Года театра в Российской Федерации в Ульяновском театре юного зрителя официально дали старт тематическому году на территории региона. Зрителей с экранов поздравили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, а со сцены министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. А вас, дорогие друзья, в течение года ждут 22 новых премьеры во всех театрах Ульяновской области. Новые образовательные проекты и в Международный день театра мы вас пригласим написать театральный диктант. К поздравлениям присоединился директор ТЮЗа и его художественный руководитель Эдуард Терехов. Заодно он поделился планами на будущее. Мы готовим массу проектов и вообще мы готовимся к огромным изменениям в Год театра. Но прежде всего о том, что увидят наши зрители в Год театра. Мы выиграли президентский грант, это второй уже грант, и мы будем в рамках этого гранта будем готовить программу, которая адресована младшим школьникам, она называется «Детям о Гончарове». В праздничный вечер зрителям был представлен спектакль «История одного похищения». Эту постановку впервые показали зрителям в мае этого года, и она уже успела приобрести поклонников среди разных поколений ульяновских театралов. Спектакль создан по рассказу американского писателя о Генри «Вождь краснокожих». В антракте гостей ждал сюрприз. Там прошла встреча с творческим составом театра, Дедом Морозом и состоялся праздничный флешмоб. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.